В Кирове расширят список улиц для зимнего содержания, то есть очистки и уборки от снега. Сейчас в нем нет участков, которые расположены у новостроек. То есть люди в домах уже живут, но территорию никто не чистит, потому что она не закреплена за подрядчиком. В такой ситуации оказались жильцы дома на улице Хлыновской. Сейчас там снежная каша. Этот участок войдет первым в дополнительный список на зимнее содержание. Сейчас подрядчик чистит дорогу только до 21-го дома. Дальше идет грунтовка, которую никто не обслуживает. Дорога засыпана снегом, машинам очень сложно передвигаться по такой каше. То есть таких участков достаточно много. Сейчас формируется этот список постоянно. Мутеруправление тоже отправляют свои списки, заявки. Поэтому мы все проверяем, смотрим по границам, чтобы это были границы красных линий, муниципальная собственность, и включаем это в доп-титул. В обновленный список дорог попадут участки у новых домов. Оказалось, что таких на сегодняшний день немало. Окончательный список будет готов в начале февраля. С увеличением списка дорог, скорее всего, на следующий год будет увеличен и бюджет контракта с подрядчиком. Тем временем, сегодня в Управлении дорожной и транспортной инфраструктуры рассказали, что городские полигоны за этот сезон приняли 300 тысяч кубометров снега. Самый вместительный находится в районе биохимзавода. Больше всего снега вывозят с центральных улиц города.